небольшой стих под аккорды. Не сказать, что особо о чем-то. Просто сидел и смотрел на окно вечером. Называется «Вечернее небо». Вечернее небо сквозь листья деревьев, зовущие в бездны простор. За окнами шум, как в костре треск поленьев и ветер, бесшумный, как вор. Мелодия солнца, ушедшего в пропасть, чернеющий медленно дыш. В агонии бьется янтарная копоть, но солнце взойдет молодым. Слезы во тьме застывают, и тайны не нужно искать. Они словно ток равнодушно мигают, природа готовится песня называется «Зимой холодной». Время уходило, поджигало по свету, вслед за радостью вечер вопрос ответу. Все, что было позади, листвой опало, все живое впереди осталось мало. Осталось мало. Зимой холодной ты прячешь сердце в толще льда, мечтой тревоженной уходят вдаль твои. Да-да, настанет время, настанет легкость бытия, глаза откроешь. Скучает на дороге лесом, полем, уходящими словами дверь откроет золотые небеса, поверив чудо, по дороге никуда из ниоткуда. Зимой холодной ты прячешь сердце в толще льда, мечтой тревоженной уходят вдаль твои. Когда настанет время, настанет легкость бытия, глаза откроет. Thank you.
зимой холодной, ты прячешь сердце в пол, череда мечтой переможенной уходит в твои. Да, настанет время, настанет легкость выйти глаза, и второй. На электрогитаре даже. Денис Кривошеев. Так, первый класс. Завершающий участник заявленный. Но я думаю, сейчас еще можно по одной песне будет сыграть нашим новым людям, которые пришли сегодня знакомство. Артему надо попробовать. Это все будет звучать, а мы, надеюсь, услышим слова Артема. Вот, с микрофоном. Вот. Дуэт. Сегодня у нас дуэт. Данина Пчел тоже сыграет. Наверное, начнем все-таки с Данины Пчел. Вот. Вот, потом у нас будет небольшой перерывчик, чуть-чуть отдохнуть и освежить впечатление. Вот, и потом у нас будет еще второй круг. Чё-чё? Замейте, я просто сейчас его чуть-чуть установлю. Вот, пока Дмитрий устанавливает микрофон, хочу сказать, что у нас в следующем месяце тоже будет сотворчество. Ну, там, по-моему, числа 26-го, что ли, декабря. Значит, последнее воскресенье декабря. Вот, а 13 декабря у нас будет два творческих вечера. Вот. Вообще это проводится в рамках даже содружества, содружества поющих рок-поэтов, там можно по-разному расшифровывать. То есть у нас большое количество участников. Сейчас мы наконец сделали такую, почти завершили галерею участников. И надеюсь, что она будет там прибавляться. То есть вот можно посмотреть у нас ВКонтакте, там уже 20 человек. Вот это все люди, которые уже не один год играют. В общем, они доказали свою как бы причастности к тому, что мы делаем, и того, что их творчество заслуживает внимания, то, что можете посмотреть и послушать. Вот как раз будет два уже таких нас опытных участника, их два творческих вечера. Первый будет Сергей Дмитриев, группа «Берлога», а второй будет Мария Фроловская, группа «Трава ветра». Вот, то, что всех зовем 13-го, но еще будет еще афиша, там, объявление. Приходите, будет интересно. Так, готовы? Да, готовы. Прибирать. Вот, и вообще я очень люблю. Че-че? Очень люблю по струнам, поэтому, в принципе, можно... Ну, лупни один раз. Лупером не пользуюсь, не взял. Ну, так, да, мы группа R, это Сережа Князев, меня зовут Дима Машкара. Мы сегодня вдвоем только, вообще нас немного больше. Но сегодня будем так. Первая песня называется P.R. Предпоследний романтик. Шпаргалка, вернись. Thank you.
Следующая песня называется «Засиять». Ей уже, наверное, года три, да, Серёга? Наверное. А предыдущая была первая раз играя на публике. Песня написана, так скажем, в порыве безумной летней радости. Случается. Оживи, расцвети, улетай вдоль берегов. Мимо безбашенной жизни небозлобу слыша. Пой со мной на одном языке. Пой со мной на одном языке. Так легко засиять. Так легко засиять. Так легко забыть слова.